Замечательно, что в нашей стране есть такой праздник, как День матери, когда мы можем сказать своим дорогим мамам слова любви и признательности за тепло, заботу и подаренную жизнь. Дети, участники творческих коллективов Дома культуры совхоза имени Ленина, посвятили мамам, бабушкам и прабабушкам целый концерт, на котором побывала и наша съемочная группа. Маленькая жительница поселка совхоз имени Ленина, Ксюша, 5 лет. Она вместе с другими девочками из коллектива «Созвездия» участвует в концерте, посвященному Дню матери. Кто любовью согревает, все на свете успевает даже поиграть чуток. Кто тебя всегда учешет, и умоет, и причешет, щечку поцелует, чмок, вот она всегда какая, моя мамочка родная. Для ребятишек из фольклорного коллектива «Родничок» выступать на сцене уже привычное дело. Но к этому концерту они готовились особенно. Конечно, они стараются, они всегда стараются, потому что и для них я как мама, и каждая их мама – это мама. Ну, то есть любая женщина – это все-таки мать, поэтому ребята все об этом знают и стараются это чтить. Всех мам, бабушек и прабабушек с праздником поздравила и глава сельского поселения совхоз имени Ленина. Она пожелала им здоровья и чтобы успех всегда сопутствовал их детям и внукам. Почему мы так много мероприятий проводим? Только для того, чтобы дети могли раскрыться. Чем больше они раскрываются, тем больше радости они приносят тем взрослым, которые, в общем-то, работают для этого. Все номера концерта, подготовленные детьми творческих коллективов Дома культуры, были посвящены, конечно же, дорогим и любимым мамам. У нас очень дружный большой коллектив. Мы долго готовились, очень старались, репетировали, еще раз репетировали. Теперь пожелаю всего нам удачи, чтобы мы хорошо выступили, чтобы мамы были рады, чтобы всем понравился концерт. День матери – праздник относительно молодой, но он стал любимым, потому что посвящен самой дорогой женщине на свете – маме. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, «Видное ТВ».